Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в приканалочку на Xerox Cat Roleplay. Итак, друзья, сегодня будет обзор этого сервера. И посмотрим мы, что здесь и как. Вы заказывали машину? Да, я. Сразу скажу, пацаны, я сам не знаю, что это такое. Понимаете, я написал, спросил, что это такое. И они сказали, они это исправят. Я, блядь, первый раз такое вижу, это и что, не монтаж, это не я поставил. Это цензуру, пацаны, закрывать, цензуру, понял? Цензуру чисто закрывать. Ой, так, погнали. Хорошо. Давайте напишем хорошо. Бля, это пиздец просто. Реально. Так, стоп, стоп. Так, секунду, секунду. Можно мне этот, заднюю дверь, можно мне? Так, стоп. Как там сзади, вот, о, все, можно ехать. Просто цензуру, пацаны, можно закрывать вот этим квадратиком, блядь, ну пиздец. Я не знаю, серьезно, я первый раз такое встречаю, блядь, в КРМП просто, чтобы был такой бах. Ну, блядь, ну, блядь, как-то красным можно закрывать чисто, блядь. Ну пиздец, конечно. Так, это нас куда привезли? Магазин одежды, я так понял. Модпак я тоже установил. Может, это в модпаке такой баг? Я, честно, не знаю, я не шарил, поэтому... В принципе, да. Так, я, наверное, пойду себе куплю какую-то одежду. Надо ж, блядь, мажором быть. Так. Бонус здесь сколько у нас получится? 10 миллионов, в принципе. Ну, мод вам, я думаю, всем знаком. Так, сколько он стоит? 500 тысяч. Все, я уже нормально цены, блядь, вижу хотя бы. Так, 500 тысяч стоит скинец такой. Угу. Нам... Блядь, идеально просто все. Вот так, блядь... О, эта хуйня пропала. Лол. Ладно. Так... Мне нужен, блять, нужно жилье, жилье. Так, мне нужно жилье. Все, квадратик, пацаны, пропал, блять, блять, с ним интереснее было как-то, блин. Ёпту налево, куда он пропал, квадратик, блять, вернись, нахуй. Пацаны, хэштег просто сейчас. Пусть это прямоугольник, по-моему, прямоугольник, вернись. Пацаны, в комментариях такой хэштег все пишут, нахуй. Ладно, я шучу, короче, мы едем мне за домом, либо за квартирой, в принципе. Блин, это скин ковбой вообще просто, блядь, охуенный. Меня везут на Роусе, почему бы и нет, в принципе, да. Личный водитель у меня есть. Я даже, честно, не знал, что у меня будет даже личный водитель сегодня, пацаны. Утро начинается не с кофе, а с личного водителя, который возит тебя на Роллс-Ройсе. Вот это я понимаю уровень, бля. Да, конечно, здесь онлайн небольшой, но сервер, по-моему, недавно открылся. Поэтому заходите, пацаны, играйте. IP, там, группа, модпак, все в описании, если что, всегда есть. Поэтому, кому сервак понравится, то заходите и играйте. Так, мы приехали на Рублевку, как я понял. Нормально. Ну, у меня, наверное, денег не хватит на дом какой-то. Ну, давай, это попробую купить. Так, я, блядь, такой скин ковбоя просто, знаете, блядь. С Техаса приехал, блядь. Так, сколько он стоит? 350 тысяч всего лишь? Блядь, вообще понты. Понты дело просто. Так. Просто ковбой приехал покорять КРМП, блядь. Заебись просто. Так, ну интерьер здесь походу нормальный какой-то. Как там команда была там? Хоус или что-то такое. Так, меню. Улучшение дома. Окей, автоматические двери. Все, больше никаких улучшений здесь как бы нету. У меня еще остается, блин, 9 лямов. Куда мне их тратить? Я вот не знаю. Так, я ему написал, ну теперь нужна дорогая и шикарная машина.
Ну, Rolls-Royce, конечно, хорошо, но, блядь, самому тоже надо будет на чем-то передвигаться, сами понимаете. Что-то меня он пугает. Он пишет, а теперь на чистоту. Я необычный человек. Я заказной киллер. Не понимает. Понимает. Что делать? Так, не понимает, что делать. Так. Ну да, пойду. Я вам ничего не сделаю. Окей. Он киллер, блядь. Что за пиздец? Серьезно, пацаны, я ни с кем не договаривался. Никакого сюжета в серии не должно было быть. Блядь. Пиздец. Ми взял оружие. Так. Ми взял оружие. Все, прописали. Ми взял оружие и, я думаю, хватит. Передал автомат. Так, ну он отыгрывает полностью. Ну, блин, мне просто я утром снимаю, я только проснулся. Поэтому, блин. О, автомат. Так, а можно мне все-таки машину какую-то? Пожалуйста. Да и дом нужно оплатить. Шотган, это хорошо, бля. Говорит, ко мне домой. Побежал ко мне домой. Алло, это мой дом. Так, где открыто? Это не мой дом. Ну, потому что это мой дом, ёпта. Сейчас бы мой дом хотеть сказать, что это твой дом. Ну, ладно. Ну, пошли к тебе домой. Бля, это очень жестко. Заходи. Так, заходим к нему дом, короче. Бля, ну мы, конечно, опасные ковбои. А где он делся? Алло. Алло. А. Ёпта, я думаю, куда он делся? Куда ты, блин, постоянно ходишь? Так, идем наверх. Бля, такому меня, блядь, жизнь не готовила, нахуй. А зачем мы пришли к нему в спальню? Блять, что-то странновато, ёпта. Садись. Так, какие там анимки есть. Аним. Блять. Аним. Так, танцевать, присесть. А можно работать, анимация, присесть можно? Так. Аним 15. Не то. Аним 16. Не то. Аним 17. О, заебись. Вот так вот заебись. В кровать сел прям, блядь, пиздец. Так. Делаем так. Бля, у нас похоже сейчас типа убийство будет заказное. Блядь, почему меня никто не предупредил хотя бы? Так, наша задача похитить ФСБ. Делаем все тихо, но без масок. Готов? Да. Напишем, короче, да, что я готов. У нас оружие есть. Все, заебись. Так, погнали. Ну, погнали. Ну, может, мы что-то побыстрее возьмем, чем Rolls-Royce. Как бы ФСБ, все дела. Ну, ладно, чё. Чё, пацаны, блядь? Я, блядь, киллер? Блядь, с утра был одним обычным человеком, теперь я киллер, пацаны. Ну такое, бля. А, короче, отменяется, пацаны. Типа ФСБшник кокнулся. Ну, бывает что, бывает. Но это было прикольно. Так, у нас новая миссия. Сейчас он нам расскажет, короче. Он ходил куда-то, короче, и теперь говорит, новая миссия. Окей, сейчас послушаем, надо подумать. Окей, думаем. Думать это хорошо, блядь. Так, мы, короче, не знаем. Я ему предложил ограбить банк. Но он, типа, говорит, когда копа будет побольше, то, типа, да. Можно будет ограбить банк. Но так я
говорю, поехали, купим мне колеса, короче. А, ну да. Ну да. Так, что у нас... О, на бэхе сдавать нам права. Вот это интересно. Так, ми брал оружие. Так, все, заходим. Мы такие мажорчики, чисто скал, блядь. Где-то на права сдавать. Так, управление наземным транспортом. Так, далее. При виде ТС, исключенный спецсигнами, водитель обязан. Так, постепенно снизить скорость и приближаться. Да. Какой тип установлен? Так. Так. Какой тип установлен перекрестки в области? Блять. Ну такое, бля. Тесты эти сдавать, блядь, ненавижу. Так, где максимально... Так, по пригороду. 100. Нет. Блядь, что-то я всё позабывал, я раньше, блядь, знал. Так, решили обхон впереди 200 ТС по городу. Разрешен всегда... Запрещен обхон. Разрешен в случае отсутствия угрозы столкновения. Так, в случае... В случае поворота впереди движущий транспорт средств. Всегда. Да ёб твою налево. Все, блин, я сразу с третьего раза, пацаны, видели у нас с третьего раза, можете в чате посмотреть. И я, блядь, ну с четвертого раза. Блядь. О! Пацаны, спасибо, кто хэштег писал. Так, вот так вот делаем. Так. Так, так. Это пиздец, ладно. Я не знаю, откуда появляется этот квадрат, блядь, непонятный, ну ладно. Я думаю, это все нормально. Так, окей, все, поехали по чекпоинтам. Бля, на бэхе вообще по кайфу на права сдавать. Ну такая, блин, мне нравится эта бэха, очень симпатичная. Прям сосочка. 540 ай. Конфетка просто, реально. Вот мне нравится такая бэха. Просто по кайфу, реально, тачка. Так, светофора здесь нету, это хорошо. Ага, блять, размечтался, думал уже поворачивать. Так, я думаю, не будем это записывать, в принципе, я думаю, все понимают, как нужно права сдавать, поэтому это не нужно показывать. Бля, пацан, обратно квадрат пропал, я только заметил. Пиздец, обидно. Ладно, я шучу, но, блин, это был такой... Так, я что-то отходил, и он куда-то, короче, пропал. Ну, давайте тогда скутер возьмем и доедем уже до автосалона сами, чтобы купить себе машину. Так, мэрия, так, 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 где у нас автошкола? Автосалоны, вот, точнее. Все, поехали в автосалон. О, квадратик, точнее, прямоугольник наш появился. Ну, такое, блин. Ладно, короче, погнали в автосалон. Так, все, я зашел. Посмотрим, что тут за машинки у нас есть. Так, перейти. А, мотики. Бля, нам на самом деле можно было такой мотик купить. И на нем передвигаться. Ну ладно. Я, конечно, все понимаю, блядь, но... Блядь, за 9000 купить себе вот такой вот аппарат, это пиздец. Я такого еще не видел. Ёшкин макрёшкин. Какой-то необычный здесь модпак, короче. Я так полагаю. Пиздец, конечно. Просто... Да, я в шоке, конечно, от таких модпаков. О, машина Жорика. Ёп, твою налево. Блять, кто этот модпак собирал просто, это пиздец. Ну, и в хорошем смысле, и в плохом. Мерседес, Ламба, Форд Фокус, тринашка, БМВ. Не, ну уже нормальные машины пошли, а то был какой-то пиздец вообще. Бэха, блин, Альфа Ромео, БМВ, Тесла даже есть, Тесла, пацаны. Это, конечно, жестко. О, гелик 6 на 6 есть.
Мустанг, БМВ, Инфинити, как это называется. Так, мотоциклы уже пошли обратно. Короче, я убираю вот эту тачку. Не знаю почему, но я что-то захотел себе в девяточку такую на стиле просто. Четкая девяточка на стиле. Это я понимаю. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm